В связи с коронавирусной инфекцией занятия по компьютерной грамотности в Центре социального обслуживания населения прекращены. На время самоизоляции для граждан Ленинско-Кузнецкого проходят занятия в режиме онлайн. На канале YouTube ЦСО на прямой линии программисты центра ведут дистанционные занятия. Вчера у нас было первое занятие, мы там рассказывали немножко тем людям, которые ни разу еще не пользовались, как зайти на наш канал YouTube. Естественно, нужна регистрация, почтовый ящик, чтобы был gmail.com именно, и подписаться нужно на этот канал, и вот на наши прямые трансляции потом уже могут смотреть, могут в ходе сразу, чтобы не забыть написать, вот эти вопросы. К занятиям может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно просто перейти по ссылке на прямую трансляцию в YouTube на главной странице официального сайта Центра социального обслуживания населения Ленинско-Кузнецкого. Будет у нас это полезные сайты, полезные ссылки. Немножечко расскажу. Потом у нас еще идет курс финансовой грамотности. Обсуждаются такие темы, как не попасться мошенникам. Самые такие горячие на данный момент. Здесь же на сайте организована горячая линия по приему заявок на приобретение и доставки на дом необходимых продуктов, предметов первой необходимости и лекарственных препаратов для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями. У нас на каждое обращение быстро реагируется все это. Социальные работники? Социальные работники плюс волонтеры. Также в ССО работают телефоны горячей линии в рабочем режиме 3-17-09, круглосуточно 3-40-40. Анна Шуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.